всем привет. Я сегодня не удержался, после вчерашней рыбалки решил еще раз выбраться на эту точку, где мы вчера ловили. Ух, хочу попробовать. Заодно и мульт покидаю еще раз. Давайте быстрее, начинать будем. Ну что, сразу начнем с мульта. У меня сегодня другая катушка, у меня сегодня рево-винч. Ну попробую. Тьфу-тьфу-тьфу. Первый заброс был не такой уж и плохой. Не сильно далеко я кидаю. Наверное, магнитки надо отпустить. Я сейчас встал в самую глубину. Подо мной где-то метра 5,3, 5,2. Вот так. А кидаю, у меня вокруг тут эти все меляки. Ну вот. О! Уже дальше полетела. Щука тут присутствует. Куда она делась? Никуда не делась. Температура воды 5 градусов. Как я уже говорил в своем прошлом видео, вообще, чтобы научиться, наверное, ловить мультом, надо просто другую снасть с собой не брать. Но дело в том, что с одним спиннингом тоже на рыбалку выплывать это плохо, поэтому все-таки я взял мясорубочный. Ну, давай. Вот это вот ожидание поклевки. Ай, блин. Что может быть лучше, чем ожидание поклевки? Да, вот с этой катушечкой мне как-то сподручнее, чем с той, в которой я прошлую рыбалку ловил. С той у меня через раз эти бороды всякие случались. Ты здесь, чувствую я тебя. Должен быть выход сейчас где-то. Поставил вот такую резину от релакса. Ну, попробую. Опа! И все. И сразу же у меня петля. Вторая попытка. О, улетела. Ну, где моя щука? Опа! Взял без инерционку. Ого! Хорошая. Как-то так. И вот что интересно. Решил взять без инерционку, ну, чтобы покидать чуть подальше, потому что мультом я еще не умею далеко кидать. И взяла издалека, вообще без всякой поклевки, просто повисла. Вот такая резина от Днепросвинца сработала. Ну, нормально. У этой резины уже части хвоста нет, ну, ничего. Сейчас пробьем дальние рубежи нашей родины. Да, все-таки без инерционки я пока что кидаю дальше. Тут ничего не могу сказать. Да, кстати, если кто будет заказывать резину у Днепросвинца, силикон там или головки, можете ссылаться на меня, скажите, доктор Зай рекомендовал. А обещали сделать скидку. Но цвет у этой резины, конечно, рабочий, вообще споров нет. Я уже на нее столько поймал, на этот цвет. Чего мне фрикцион так это распущенный? Какой-то распустившийся фрикцион. Хорошая, ребят. Хорошая. Вторая. Иди гуляй. Пошла. Да она и без хвоста ловит практически. Нормально. Ну что? Выход, что ли, у нее начался? Сейчас проверим. Все-таки, конечно, этой катушкой я кидаю дальше. Вот так вот. Вот против ветра мне мультом тяжело кидать.
поменял приманочку, поставил другую, тоже от Днепросвинца. Может, надо просто цвет менять. Вообще, я вот мультипликатор рассматривал для того, чтобы ловить на вот такую вот уже крупную тяжелую резину. Но я не знаю, насколько вот эта палка с ней справится. Сейчас попробую, конечно. Прекрасно. Офигеть. Палка до 28, я только что кинул 40. Ну-ка еще разок. Да. Ребят, вот это действительно феномен. Ну, сама резина весит 30 грамм. Плюс 10 грамм голова висит, 40 грамм. Кидаю только в путь. Вот это да. Что-то поклевок больше нету. Поставил вот такую замечательную резину от Борода Бейтс. Ох, сейчас попробуем. Здорово! Парочку. Двух. В ямке. Ну, я приплыл, ветра не было. Он начался после 12. Вчера, да, поймали. Ну, почти на шестер. Давай. Ну что, больше не клюет, не хочет. Что-то нету выхода у нее. Вчера в это время как раз был выход. А сегодня что-то не хочет она клевать. Да, мне этот спиннинг нравится все больше и больше. Да, он, конечно, не очень джиговый. Да, как я уже сказал. Но зато твичить им будет прикольно. Опа! Блин! Была поклевка. О, порез. Прям в голову ударило. Первую ты не отпустил сразу. Ну пусть идет. Ну что, щука что-то вообще не активна. Я думал, будет еще один выход. Ну, тишина пока, вообще ничего больше не выходит. Наверное, надо домой валить. Парочку поймал, уже порадовался. Что хотел сказать. Ну, вот сегодня я ловил кастингом довольно долго. И уже у меня прям вот с этой катушкой, это Рево Винч. С Рево Винч у меня прям сегодня лучше. Гораздо все получается. Здесь и шнур стоит другой. Все классно. Ну, а палка вот эта кастинговая от Аяши. Ну, это вообще прикол, конечно. Потому что палка до 28 грамм. Реально кидает 40 спокойно. Вообще удивление. Буду пробовать дальше. Буду твичить ей. Буду кидать воблера. Буду кидать ей крупную резину. Вот. Ну а сегодня, наверное, все. Погнал я домой. А за сим, пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Ставьте все, что угодно. Пока.